Индекс деловой активности в промышленном секторе Китая растет уже 14-й месяц подряд. Такие данные приводит Государственное статистическое управление КНР. По данным ведомства, показатель достиг 52,4 пункта. Это максимум с апреля 2012 года. Под индекс новых заказов приблизился к 55%, тогда как в августе он едва превышал 53%, а индекс производства оказался на 6 сотых выше, чем в августе. Ранее Государственное статистическое бюро обнародовало данные о росте доходов промышленных предприятий на 20% с января по август. По мнению экспертов, все это говорит о том, что тенденция роста китайской экономики сохранится. В третьем квартале китайская экономика сохраняла стабильный рост. Темпы роста остаются высокими. Думаю, что не будет проблемой достичь в этом году показателя 6,8%.